Камеры видеонаблюдения и круглосуточная охрана обеспечат безопасность нового игрового комплекса на автозаводе. Сейчас у второго паркового озера на проспекте Молодежной идут работы по благоустройству. Территорию облагородят по федеральной программе формирования комфортной городской среды. После открытия здесь появится большая игровая площадка. Для детей разных возрастов поставят карусели, качели и горки. Для тех, кто присматривает за детьми, установят удобные лавочки. Для ведущих здоровый образ жизни. Сделают фитнес-трек. Площадку должны открыть к началу осени. Работы, которые здесь проводятся, они проводятся качественно с этой фирмой. Мы уже имели определенные взаимоотношения и опыт работы, требования нашего муниципалитета, в том числе и Владимира Александровича, к качеству выполняемых работ. Они уже знают. Первый приоритет для нас – это всегда безопасность детей. И в рамках безопасности будет сделан высокий трехметровый забор.